изменить внешний вид шрифта, выделите его. Зайдите на вкладку «Главное». В блоке команд «Шрифт» имеются все настройки внешнего вида шрифта. Если есть необходимость сделать выделенный шрифт полужирным, нажмите на кнопку с изображением буквы «Ж». Для оформления текста курсивом нажмите на кнопку «К». Для подчеркивания текста – букву «Ч». Существует две основные возможности выделения шрифта цветом. Непосредственно маркирование и изменение цвета самих символов. Обе эти возможности доступны в блоке команд «Шрифт» вкладки «Главное». Нажмите на одну из кнопок и в появившейся палитре выберите понравившийся цвет. Настройки цвета также доступны из всплывающего меню и старого диалога настроек прошлых версий Word.